Сейчас представь, что Юля позволяет себе писать произведения для эстрады, для эстрадных музыкантов. И кому бы ты захотела сейчас написать свою песню, подарить? Мелодию, возможно, сразу в голове будут рождаться стихи, слова, припев. Все, что сейчас будет идти, просто без критики, без ничего, просто пропусти через свои руки, через свое тело. Кому бы ты хотела подарить сейчас произведение? Просто то, что первое приходит в голову. Тебе Алла Пугачёва приходит. Алла Пугачёва. Пускай это будет Алла Пугачёва. И давай подарим ей произведение, которое сейчас будет идти. Песня через руки, которая будет наполнять, которая у тебя ассоциируется с Аллой Пугачёвой. Внутри, просто в потоке. Все, что идет, просто воспроизвести. Без критики, без оценки. Если вдруг рождается оценка, ты ее просто наблюдаешь. И не позволяешь ей быть в тебе, просто со стороны наблюдаешь.